Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бульбазавр, Фликс Тубро, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здрасте. Сегодня мы играем на очень классной карте FNAF 1 и будем смотреть новых аниматроников, которые мы скачали, и вышли они сегодня. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Какой аниматроник самый крутой?». Ну что, Бульбазавр, ты готов? Давай, начнем с первого, Балун Бой. Hello. Че он может, просто болтать? Так. А покажи, как он бегает, давай, потому что писали в комментариях, что мы не проверяем ихнюю скорость. Я считаю, что это да, по-честному. Ты считаешь, что это нормальная скорость для Балун Боя? Это какой-то летчик. Ты быстрее Феррари, самой последней модели. Нифига себе, псих. А ты можешь ставать невидимый? Ты можешь ставать видимый? Ты можешь телепортироваться? Кстати, очень крутой пилпак, и я его уже добавил в коллекцию. Так что все ссылочки в описании, так как все находится в нашем Дискорде. Чё, все? А ну замочи меня, есть скример? Нет, он смеется. Не у вас скримера? Нету скримера. А, и пропад... Оу, не зацикливается, вот это мне нравится. Так, давай следующего у нас. Кто у нас там идет? Это Мангл. Ну почему-то я даже перезагрузал Гаррис мод, и все равно она эма текстурки. Звуки издает? Издает. Может, ее еще не доделали, так как этот пилпак вышел сегодня. Может, он еще не допиленный. Поэтому, возможно, что все сделают. Надо немножко подождать. И все? Нормально бегает. Может, у них у всех скорость одинаковая? Давай, мочи меня. Ты не убиваешь меня. Ее не доделали. Хорошо, давай следующий. Той Бонни. Стоп, сон, давайте, пацаны, пропишу. А, у него пропадает. Хороший пилпак. Так. Так. Звуки издает, которые мне нравятся. А ну, походи, будет звук, как FNAF кооп звук? А, нету. Слышь, ты как лунатик. Так руки вниз опущены и ходят. Точно, а так руки вперед, да. Так. Чё еще? Все? Невидимый можешь? А скорость? Ну да, медленнее. Я думал, все одинаково будут. А ну давай, мочи. На, по башке прописал. Классно. Так, у нас Той Чика. Кстати, жизни всегда видно. 10 тысяч жизней, нормально. А чё она так делает? Я не знаю. Эй, а чё? Это ты Ctrl нажимаешь? Да. Ты, кстати, даже не ровно стоишь, а немножечко наискосок. Их вот, знаешь, не доделали, реально, еще надо доделать. Но уже мы смотрим бета-версия. При альфа. Так, невидимый. ТП-хаешься, скорость. Средняя. Мочи. Нормале, пойдет. Так, Той Фредди. О, кстати, у него очень прикольная анимация сделана. Обратите внимание. Это что ты нажал? Да, не допилена. А, она пробила, что он делает? О. А ну-ка, бег, покажи его. А чё он так руки назад делает? Это из Наруто, да? Отсылка. Да-да-да, бегает прикольно. Странно, странно. Из-за того, что скорость большая, руки назад отгибаются. Мочи меня. Так, ребята, мы для вас еще приготовили очень классный пилпак. Это Fight Nights at Freddy's 2 пилпак Redux. Здесь очень крутые анимации. Они обновились вчера и там что-то, короче, стали больше весить. Давайте посмотрим, почему же. А, вот почему же. Потому что мы на них обзор ни разу и не делали. Очень круто смотрится. Бульбазавр, это реально крутые аниматроники. Одни из самых лучших. Даже обратите внимание, как вот уши повторяют анимацию за ним. Типа они тяжелые, большие. А ну на Ctrl. А, пробел. А я слышал звук. А ну как он бегает? Ух ты, ё-моё. С банджой.
Ладно, давай. А невидимый можешь вставать? Все, мочи меня. О, только хотел сказать, Банджи по голове сейчас даст, и он так и сделал. Интуиция, как всегда. Прикольно. Ну, вот видите, теперь что у нас? Не пропадает скример. Почему мы на этот пилпак не делали обзор? Или он, может, он добавился вместе с этим? Почему он так много и весит, да? Ой, крутая Чика. Чё она может? Мочи. Не мочи. Побежала. И все. О! Чпонь, если бы человек как чпонь делала, было прикольно. Мочи. Классная аниматушка. Но зависает почему-то. Ой, у меня тут все это в пене. Так, следующий у нас Фокси. Universal. Че он может? Ковыряться своим крючком. Глаз открывается. Ну-ка, скорость. Он должен очень быстро бегать. Ух ты. Ну, так себе обычно. Давай, мочи меня. Мы должны всех успеть показать. Прикольный. Просто круто сделано. Фредди. Воу, прикольно. Где твоя шляпа? Ты как ее так снял? Она телепортируется, что ли? А, он ее снимает. А потом она телепортируется наверх. Через спину. Ну, еще раз сделай, я на спину буду смотреть. Так. Ну, просто телепортируется. Классный скример будет сейчас, наверное. Так, побежал. Задом бегаешь. Давай, мочи меня. Класс. Скример — это самая сильная часть тоже в этих пилпаках. Так, Golden Freddy, да? Ты летаешь? Да ладно. Это на контрол. Офигеть. А ну звуки издаешь? Нет. А ну быстро можешь бегать? Ого, ты летаешь, а не бегаешь. Вот это скорость. Так, давай, мочи меня. Ух ты. Классный скримачок. Кстати, валишь только меня, да? Вокруг пацанов не валишь. Ой, вообще классный. Поломанный Визард Бонни. Металлическая рука. Терминатор отдыхает в сторонке. Провода висят. О, он может ползать? Так, классно, что у нас есть он в коллекции. Я рады. Пилпак офигительный. Один из самых лучших теперь у нас. Так, давай, мочи меня. Псих. Да, кстати, очень круто сделано. Всех убил. Псих? Да нет, у них куча хп. Так. Визрет Чика. Ой, там кто-то упал. Чё, и всё? Звуки. Да, вообще звуки не издает. Ну, а ну звук есть, когда ты бегаешь? Будет звук ходьбы? А, есть. Жалко. Ну, обычно стандартный гаррисмодовский, да? Жалко. Ну, давай, мочи. Классные скримеры. Дальше продолжаем. У нас Визрет Фокси. А ну-ка, давай, скорость покажи. Там кто-то написал в комментариях, что очень быстрый. Ну да, так и есть. Эй, ты чё прыгаешь, сальтухи делаешь? Давай, покажи скримачок. Ух ты, а ну. Это на контрол? А на прыжок. Ты можешь, получается, прыгнуть в воздухе, да? Да. Офигеть. Надо, короче, записать, какой аниматроники, короче, пугают охранника будет. Давай, мочи. Крутецкий. Продолжаем дальше. У нас идет Визрет Фредди. Ребята, вы потом же не забудьте написать в комментариях, какой больше всех аниматроник вам понравился с этих двух пилпаков. Ого, вообще просто бах и упал. Эй, мужик, вставай, Иржа, на работу. Чё еще? Все? Ух, прикольно. Не хватает и реально издавания звуков. Мочи меня. Ого. Ой, на белом фоне вообще круто.
Так, кто у нас там следующий? Классная анимашка, да? Голова сначала подлетает, нет? Эй, голова! Офигеть, это лучшее, что я видел из аниматроников. По крайней мере, голова так анимация плавно сделана. Смотрите, а потом голова раз, раз. Офигеть. Смотри, что с рукой? Классная анимация у него. Это последний, да, аниматроник? Давай, мочи меня. А, нету скримера, представляешь? О, жарит. Было бы прикольно, да. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.